Вместе с жителями секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов обсудили качество благоустройства двора в поселке Горбольницы номер 45. Здесь заменили асфальт, сделали новые тротуары и парковки, установили детскую площадку. Глава округа взял в работу пожелания жителей. На детской площадке сделают спуск для детских колясок, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Кроме того, со следующей зимы здесь будут заливать каток.